Всем привет! Лев на связи из Удмуртии. Видео в этот раз в вертикальном формате по той простой причине, что присылали зрители видео из Абхазии именно в таком исполнении. Ну, как у нас в Удмуртии, вы представление, в принципе, получили. Как вот 23 октября снег выпал, пришла зима, так и остается. Ну, а как же сейчас в Абхазии многих людей еще во время сезона задавали в комментариях вопросы, можно ли купаться там в октябре, там, или в ноябре даже, в море. Давайте посмотрим, как там сейчас в Абхазии в цитрусовом дела обстоят. Приятного просмотра. Поселок Цитрусовый, 27 число. Снимаем местного жителя Роберта. Вот человек занимается собственным здоровьем, плавает по утрам в прохладной воде. Сейчас он вам расскажет сам. Запишите, дядя, вот так в эту сторону и сюда. А в эту сторону? Да не плавай еще. Плывите, плывите, молодой человек. Нет, километров 5 напрямую. Так. В общем, я здесь чуть-чуть с тобой пообщаюсь, потом до Бессурки поплыву. Готовьтесь, Ваня, слушать. Ваня, вообще он днем спит, вечером спит, постоянно спит. Когда маленький был, постоянно спал, поэтому вот такой вырос большой. Сейчас дальше хочется сильно, у меня ничего не получится. Я думал, он таксист. А, ты тоже думал, он так тоже пишет, потому что постоянно спит, сейчас тоже. Вот, да, смотри, он. Я выпью точно. Смотри. Ты сейчас на дельфина похож. А? На дельфин так делает. О-о-о! Вот, вот так классно, просто выходить не хочу я. Люди как уже не понимают вот это, а? Да, я согласен. Ты уходишь только для того, чтобы включить абхазское гостеприимство и напоить Сергея кофе, попить с ним. Ну, это после этого, после водного процедура, взять мне кофе. О! Ладно, чуть-чуть по прибору. Туда не плыви, там Гагра. Гагры в эту сторону, я знаю, я оттуда плыву. А, ты из Гагры плывешь? Да. До Бессурки хочу. Так, я пошел. Давай, давай. Привет там, Ваня, увидишь только. Хорошо передал. Да, быстро поплыл наш чемпион. Через полчаса он будет в Пицунде. Или в бухте, бухте Золотого Рога. Удачи, спортсмен! Да, наш спортсмен уплыл. Тайка туристов. Где они? Вот они. Одеты в теплые курточки. Молодые ребята. Молодцы, правильно, чтобы не замерзнуть. И человек, который старше их. Вот он где-то там вдалеке поплыл. Плавает, занимается своим здоровьем. Всем советую. Будьте здоровы. Принимайте водные процедуры в любых водоемах, даже в воде по утрам. И храни вас Бог. А здесь у нас очень красивое место. Роща, которая дает воздух. Там вдалеке Кавказские горы. Есть один отдыхающий. Вот. И такая великолепная роща на берегу моря. Приезжайте в гости. Абхазия – это самый гостеприимный край.
На берегу вот такая галька, а дальше замечательный песочек. Благодарю за внимание. Всем удачи. Ну и возвращаемся мы в заснеженную Удмуртию. Здесь полноценная зима, как видите. Это лес. Рядышком с дачей у меня. Приехал проведать. Как тут все. Заборчик подлатать нужно. Зимушская зима. В конце октября. Но у нас не всегда так, но в этом году именно так дело обстоит. Вообще, грубо говоря, октябрь — это второй месяц осени, а у нас уже зима. У нас никакой осени уже, как видите, нет. Вот так вот в Удмуртии жить. Елочки, березки, практически уже в зимних шубах. Ну что ж, надеюсь, видео было вам интересным. Если так, то палец вверх ставьте, пожалуйста. Оставляйте комментарии, делитесь в социальных сетях данным видео, подписывайтесь на канал, есть на YouTube, есть на Дзене. Кому где удобнее, там можете смотреть. Выкладываю, в принципе, в одно и то же время оба ролика. Ну а с вами был Лев из Удмуртии. Всего вам доброго!